Привет! Привет! В сегодняшнем видео мы покажем вам очень крутую альтернативу хлебу. Хлеб привычен в нашей культуре. С детства моя мама говорила мне: ешь с хлебом, так будет сытнее. И я очень долго отказывалась от хлеба. И даже, признаюсь, сейчас иногда могу съесть какую-то вкусняшку. Но у нас есть крутое предложение для вас. Заменитель хлеба. Хлебцы. Так что поехали, и мы вам покажем, как этот шедевр готовится. Хлебцы мы будем готовить из замоченного льна, который мы замочили на ночь. Из овощей, лук, помидоры, морковка и много зелени. Также нам понадобится кунжут. И мы будем посыпать хлебцы сверху. Нам понадобятся формочки для красивой формы хлебцов. Еще у нас есть замоченные семечки подсолнуха. И, естественно, нам понадобится блендер. Теперь мы немножко посолим и будем выкладывать дальше на сушилку. Чтобы разнообразить наши хлебцы, мы добавляем семечки подсолнуха. Наши хлебцы готовы. Готовы наши хлебушки. Эти хлебцы легко отстают от бумаги. Мы приготовили вкусный соус из авокадо, который очень подходит к этим хлебцам. И я уже один хлебец заготовил. Он выглядит так. И в следующем видео мы покажем вам, как приготовить такой соус из авокадо. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и оставляйте в комментариях ваши вопросы и пожелания. До скорой встречи. Пока. Мы убежали смотреть кино. Да, пока.